Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья! Приветствуем жителей страны Алонха из древней страны Уйкааль. Мы рады принять участие в вашем торжественном мероприятии не только потому, что мы коллеги-библиотекари. Прежде всего, нас с вами объединяет историческое родство. Камчатка и Якутия тесно связаны на протяжении почти 400 лет. Якутские казаки в 17 веке осваивали Восточную Сибирь и Дальний Восток. Самый известный из них, Семен Дежнев, открыл пролив между Азией и Америкой. Казаки якутского полка во главе с камчатским ермаком Владимиром Атласовым открыли и присоединили Камчатку к России. И в 22 году Камчатка будет отмечать 325-летие присоединения Камчатки к России. И это тоже будет наш с вами общий праздник. Первая книга о Камчатке, сказки Владимира Атласова, была записана с его слов именно в якутском остроге. На протяжении веков происходило еще много связующих исторических событий. Займет много времени одно только перечисление знаменательных дат. Но об одном событии мне бы хотелось вспомнить. Наша библиотека носит имя выдающегося российского ученого 18 века Степана Петровича Крашенинникова. Он является первым автором фундаментального труда о полуострове «Описание земли Камчатки». А на Камчатку он следовал через Якутск. И так случилось, что в Якутске, уже возвращаясь с Камчатки, Степан Петрович нашел свою судьбу. Он женился на Степаниде Павлуцкой, племяннице якутского воеводы, с которым познакомился на Камчатке. Вот такие интересные житейские истории лишний раз доказывают, как тесно мы связаны друг с другом. В Якутии началась и камчатская история, и камчатская литература. Это символично, и мы с уверенностью можем сказать, что ваш юбилей – это и наш общий праздник. Это большое событие не только для вашего коллектива, ваших многочисленных читателей, но и для всего библиотечного сообщества Дальнего Востока. Не случайно, что именно на вашей базе создан межрегиональный центр документального культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Обладая бесценным книжным наследием, вы уверенно применяете современные технологии предоставления доступа к уникальной информации. Высокой оценки профессионалов и ученых заслуживают ваши цифровые проекты и ресурсы. Портал «Память Якутии», цифровой проект «Книгакан» и другие. В эти праздничные дни желаем вам процветания и оптимизма, воплощения в жизнь смелых идей и новых проектов на пути к столетнему юбилею вашей славной библиотеки. С праздником!